температура на улице где-то минус 6-7. И кошка уже сидит там часа 2-3. Скоро должны подъехать альпинисты. И мы надеемся ее спасти. Скажите слово до героического поступка. Да, ну это не героический, каждодневная работа. Занимаюсь 18 лет, называется раздел арбористика. То есть люди, связанные на высоте с деревьями. В переводе с латыни арбор, слово обозначает дерево. И люди, которыми это занимаются, называются арбористами. В Европе, в Америке этой работе уже 200 лет. А у нас только она раскрывается с запозданием. Вот, на мне когти специальные, называются гафы по-английски. По-нашему, то есть, пики древолазы. Сейчас залезем, снимем эту кошку, достанем покрывало. Вдруг она прыгнет, то на покрывало должны поймать ее. А веревка для спуска начинал. Думаю, что не хватит. Или хватит, как ты кажешь? Да хватит. Вот, пока на этом. Она же будет это. А где хозяйка? Я. С кем вы будете? Стас, приготовьтесь в любую секунду. На оптимике покрывало. У нее может сейчас сыграть психологический стресс. Ну, как зовут кошку? Мара. Мара. Постоянно разговаривайте. Вообще ее зовут Мара. Постоянно... Мара. Так, все, Мара. Тише, ребята. Постоянно разговаривайте, с ней общайтесь. А на Ой, её она вниз смотрит.
Что для вас самое главное в жизни? Самое главное? Конечно. Ну, у каждого человека жизнь самая главная жизнь. А еще мне интересует самосовершенствование человека, чтобы человек все время размышлял, думал и развивался. Да не мало за что. Эволюция движется, и человечество должно тоже двигаться. Вперед. Я вчера смотрел передачу, что человек немножко становится глупее, чем был раньше. Возможно. Сейчас не могут столбик умножить четырехзначные цифры школьники. Все калькуляторы, компьютеры, это ж. Ну, благодаря вам сегодня у нас... Школьники поняли. Да. И еще один день рождения у кошки получился. Да. Спасибо. Вот, замерзает, падает. Попугаев ловили по 500 долларов. По 500 долларов? А там специально надо пушка, сетка подкрадывается на дереве, она стреляет и Окрывает. Ну, у нас нет такого. Попугаи такие редко летают. Вот. Обезьяны бывают убегают. А куда вы ходили в горы больше всего? Нет, я арборист. Это деревья. По деревьям. Да. А в детстве вылазили? Да. Мы ж яблоки в Крыму, я сам крымский, собирали яблоки с детства. Фруктовые деревья. Со школы посылали. Поэтому зарабатывали деньги таким путем. Едет поезд, допустим. У нас пальцем чирупы, а мы абрикос, яблоки, а их нас будут собирать, лазь. Дай Бог вам здоровья. Заказ, а женщина пожилая, мужчине 75 лет. А говорит, тут набил гвозди, тут площадку. А потом соседи говорят, вы знаете, он без ног, у него протезы. Как Мересьев, вот это 2 года сбивал. Я говорю, гвоздей столько набили, а ему 75 лет. Ну, говорит, мне надо двигаться как-то, чтобы... Ну, не одолел это дерево. Пришлось гвозди вытаскивать, его конструкцию, и спилить уже час второй это дерево. Здоровья вам!